В Бердске по сравнению с прошлым годом значительно увеличилось количество лишенных родительских прав. Об этом на еженедельном аппаратном совещании сообщила начальник отдела опеки и попечительства Наталья Леонидова. Подробности в материале моих коллег. Основные задачи органов опеки и попечительства – это выявление, учет и устройство детей-сирот, также защита их прав, надзор за деятельностью опекунов. По словам Натальи Леонидовой, профилактическая работа учреждения направлена на предотвращение утраты родительского попечения детьми. При постановке на учет службами профилактики предлагается и оказывается ситуативная помощь семье. Но иногда единственной мерой по защите детей является лишение родителей их прав. Значительно по сравнению с прошлым годом у нас увеличилось общее количество лишений родительских прав. Так, за 9 месяцев 2018 года 16 родителей были лишены родительских прав в отношении 22 детей, и двое родителей были ограничены в отношении двух детей. Ну и за аналогичный период 2017 года мы указываем, что 10 родителей были лишены родительских прав в отношении 23 детей. По искам органа опеки мы выходили в суд, и 4 родителя лишили родительских прав в отношении 7 детей. За аналогичный период это было 3 родителя, которых лишили прав в отношении 3 детей. Основные причины лишения родительских прав – злоупотребление спиртным, наркотическими веществами и ненадлежащее воспитание или уклонение от воспитания детей. В Бердске категория социальных сирот преобладает над теми, у кого родители умерли. Всего у нас на учете состоит 167 детей, которые находятся под опекой и попечительством. Из них 37 детей воспитываются в семьях опекунов и 30 детей в 19 семьях, которые воспитываются по договоре возмездной формы опеки в приемных семьях. В учреждениях системы профилактики, в учреждениях профессионального образования на полном государственном обеспечении находится 81 учащийся из числа детей-сирот. Работа профилактических учреждений города помогает семьям не только выходить из кризисных ситуаций, но и восстанавливаться в родительских правах. В течение текущего года в правах восстановились двое родителей. 7 детей из замещающих семей возвращены в родные семьи, так как родители вернулись из мест лишения свободы. Защита жилищных прав подопечных – еще одна основная задача отдела. На сегодняшний день нуждающимися в получении жилья признано более 70 детей-сирот, но получить его смогут отнюдь не все. В этом году на средства областного бюджета нами приобретено уже 5 квартир для детей-сирот. В конце ноября получат они ключи от новых квартир площадью 32-36 квадратных метров. И благодаря дополнительному финансированию из областного бюджета в декабре еще планируется приобретение 15 квартир. Всего благоустроенным жильем будет обеспечено 20 человек из указанной категории. Общая сумма 26 475 200 рублей. По словам Натальи Леонидовой, совершенствуется работа по подбору и подготовке граждан, желающих принять на воспитание детей в свои семьи.